Казахстанские спортсмены продолжают триумфально выступать на азиатских играх в Южной Корее. Сегодня в понедельник копилка нашей сборной пополнилась 15-й золотой медалью. Награду завоевали спортсменки байдарок Наталья Сергеева и Ирина Подойникова. На дистанции 200 метров девушки на доли секунды опередили китаянок и японок. Таким образом, в копилке сборной уже 53 медали. 15 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовых. Лидерство в общем медальном зачете удерживает Китай. У них 234 награды.